Валерий Манин – член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Его работы хорошо знакомы многим севастопольцам. Валерий Манин занимается живописью, графикой, созданием плакатов, афиш и иллюстраций. Как отмечают коллеги мастера, ему всегда удается сотворить нечто особенное, какой бы жанр он ни выбрал. Валерий Манин пишет картины на военную тематику, работал над театральными афишами, проиллюстрировал уже более 50 книг. На выставке представлены самые значимые в творчестве художника работы. По левую сторону от меня картины, рассказывающие о жизни на родине Валерия Манина в Таджикистане. По правую сторону уже сюжеты о России и Крыме. В Крым Валерий Манин переехал в 90-х годах вместе с семьей во времена перестройки. С тех пор у художника постоянно появляются работы на злободневные для жителей полуострова темы. Так еще в 1995 году он создал смелый на тот момент плакат. Россия без Крыма не Россия, не Россия. И эта мысль, она витала во всех умах крымчан, во всех умах севастопольцев. Этот плакат экспонировался на всех выставках. И я надеюсь, что он в какой-то степени повлиял на умонастроение севастопольцев и крымчан. Но с переездом в Россию художник не забыл о своей родине. Именно в Таджикистане он начал учиться рисовать, и именно туда возвращается с вдохновением. Зарисовки, сделанные во время одной из поездок в 60-х годах, долго становились основами для ярких и солнечных работ о жизни восточных городов. Мы работали чрезвычайно активно. С утра заряжались зеленым чаем обязательно, поскольку жара там 35-40 градусов. И потом выходили на работу. Где-то в 6 часов мы вставали, в 7, пол восьмого мы уже ходили по Хиве, Бухаре, Самарканду и работали. Выбирали мы самые солнечные места. Почему? По той причине, чтобы своей кожей, шкурой почувствовать азиатское солнце. Чтобы это перенести на полотно, обязательно это нужно почувствовать изнутри. Останавливаться на сделанном Валерий Манин точно не собирается. Эта выставка для художника не подведение итогов, а лишь обозначение очередного творческого этапа. Посмотреть работу могут все желающие до 8 сентября в выставочном зале Севастопольского отделения Союза художников России. Выставка открыта по будням с 10 часов утра до 5 часов вечера. София Дроговоз, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.